Winner, winner. Артемий Панарин принадлежит к немногочисленному числу хоккеистов, которых любят все, вне зависимости от клубных пристрастий. Причиной тому не только талант и мастерство игрока, но и прекрасное чувство юмора, которое он частенько демонстрирует в своих интервью. Мы подобрали для вас 10 самых искрометных ответов Артемия. Усаживайтесь поудобнее, слово Артемию Панарину. Вы согласны с тем, что вот эта тройка – это вообще одна из лучших троек, которая вообще в чемпионате у нас была? Блин, ну я не буду таким. Да нет, ну как все играем. У тебя сегодня была возможность, ты пробил, попал в перекладину, да? Я не видел, я видел, откуда ты отлетела, там она то ли ловушка была, то ли перекладина. Ну и то, другое. Да? Да. Фак. Как играть этим с Тервантусом? Бомба. Серьезно? Very nice. А какая твоя, что у тебя самое любимое в Чикаго, что у тебя самое интересное? Что тебе больше нравится? Диван напротив телевизора. No. Смотрел кино «Мальчишник»? Какой-то смотрел, я там не запутался. Там частей же. Там два там было, да. Ну, я... Так, ты помнишь идею, да, этого? Ну, что они там куролесили. Куролесили, да. Вот если бы у тебя была такая возможность покуролесить, кого бы ты взял из своих тиммейтс, из своих товарищей по команде? А что это у меня нет такой возможности? А с каким хлебобулочным изделием вы себя больше ассоциируете? С черным хлебом, белым, может быть, вы сладкая булочка? Я разный, как бы. На ночь я стараюсь быть белым, а с утра черным. А по выходным сладкий. Но вы не черствый. Нет. Я люблю пощелкать семечки на лавочке. Я люблю пощелкать семечки на лавочке. Артемий, это черное чувство, когда сгорают, да, билеты на курорт, забронированные на завтрашний день? У нас все куплено уже после выигрыша. То есть можем сдать, да, билеты? Как бы не теряешь ничего? Не, мы не стали. Не, я слышал, просто после... Мы верили в себя до конца, как и говорили наши тренеры и так далее. А теперь серьезно. А? А, это было не шутка, да? Это было серьезно. То есть ты сейчас не шутил? How's the English learning gone? Have you been here? What? Помню. Trust in myself. Что я неплохой игрок и... Remember that I'm a good player. No, good player. I'm an okay player. You understand. I understand everything. Это были 10 самых искрометных ответов Артемия Панарина. Надеемся, вам понравилось. Поэтому не забывайте ставить лайк и подписываться на нас на YouTube и в социальных сетях. Всем удачи и до следующего раза.